Блондинок называют невинными жертвами гламура, любимицами настоящих джентльменов. Но чаще они героини множества анекдотов. И то ли в шутку, то ли всерьез, но 8 лет назад они заслужили, по сути, именной праздничный день – Всемирный день блондинок. Он отмечается 31 мая. И накануне самой светлой даты белокурых дам решили поздравить белыми розами сотрудники ГИБДД. Как оказалось, за рулем блондинок действительно очень много. Как мне повезло! Просто вот даже нет слов. Спасибо. С праздником вас еще раз. Счастливого пути. Конечно, когда сотрудник ГИБДД останавливает машину, первая мысль у водителя – а было ли нарушение? Но напряжение быстро спадает. И уж совсем сюрпризом стала такая цветочная остановка для коллеги полицейских, сотрудницы УВД. Честно, неожиданно. Все приятно. Ладно, извините, поеду. В преддверии Всемирного дня блондинок ГИБДД города Сочи решила поздравить светловолосых участниц дорожного движения с праздником. И еще раз напомнить им о соблюдении правил дорожного движения. Обладатели гиперженской логики, блондинки, тем более натуральные, по мнению ученых, явление редкое. По подсчетам, через 200 лет они окончательно исчезнут. Может быть, поэтому мы и наблюдаем такое внимание полицейских к светловолосым водителям. Елена Овсецина, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.